Итак, дорогие телезрители, подписчики и просто гости моего шикарнейшего канала, с вами Хелл. Ну и сегодня вы узнаете, как я начал свой путь гей-стриптизерша, дизастер Ковбелла, ну или просто музыканта. Итак, в 2018 году, сидя в машине с братом, я услышал трек Алана Волкера «Faded» и каким-то образом стал его фанатом, подписчиком, и вообще жил я этим Аланом, представляете? Захотел я вдруг резко стать диджеем. Уже всем рассказал, кем я хочу стать, но в ответ услышал: «У тебя нихуя не получится, лол, типа чел, типа лол». Ну, как обычно. В моменте 18 и 19 года я пытался изучать свое дело. Слушал на постоянке Волкера и ему подобных. Я даже музыку пытался писать сам, но моя дурная башка, вместо того, чтобы скачать FL Studio, решила скачать какое-то левое приложение с андроидовского Play Market для диджеев. Но бабушкин телефон, а PS на тот момент у меня даже не было телефона, потому что попросту мне его не дарили, так как не считали его нужным. В общем, таким образом я стал вырабатывать из себя интерес к музыкальному творчеству. С каждым днем я изучал все больше и больше. Но на самом деле о FL Studio я уже знал и даже скачивал, но когда я ее открыл, я закрыл ее через минуту. Угадайте почему? Потому что там не было русского языка. Но уже в 20 году я все-таки решился скачать FL-ку. И в этот раз я даже не обратил внимания на то, что тут only English. Так и появился мой первый проект Ninja Beats. В течение этого времени, а это с ноября 2020 года под конец 2020 года, я знакомился с рэперками, делал коллабы с битмейкерами, в общем, делал то, что делает любой битмейкер. Продавал биты за 100 рублей. И вот, начало 2021 года, появляется мой второй проект с названием Hell Young. Но вообще ничего не поменялось, кроме того, что я просто поменял никнейм, так как Ninja Beats был занят уже другим довольно популярным чуваком. Ну и сменой ника поменялось и качество треков и вообще звука. Я даже впервые попробовал написать фонг, нежели обычные биты. На тот момент я уже знал, что такое фонг, но в понятиях фонг был только дрифт и диджей смоки. В 21 году я уже поумнел и начал продавать биты уже за 500 и 1000 рублей. Слушал Славу Мерлоу, Моргенштерна, ну и соответственно делал их тайпы. Как ранее я сказал, меня не верили в начале, но так сказать, в середине моей шикарной карьеры, никто кроме моего брата верить в меня не стал. И даже после того, как я начал получать какой-то доход со своей деятельности, меня похвалили всего лишь пару раз. Представляете? В августе 21 года я узнал о таком чуваке, как Диверст. И я решаюсь напрячь свои яйца и написать всем известный на тот момент фонг хаус. Так появился мой первый официальный фонг Do or Die, который вы можете все еще послушать на всех площадках от имени Hell Young. В принципе, с этого момента я начал писать активно фонг и только фонг, развивая этим свой скилл. Но тут вопрос: как появился же Hellplayer? В октябре 21 года я снова же написал один из самых лучших своих фонгов. Захотел выгрузить это на площадке, но вдруг понял: все фонкеры имеют крутые ники, а я как гей какой-то. Поэтому я взял свою первую часть своего старого ника, добавил туда X и приделал туда слово Playa, чтобы смотрелось агрессивнее. На тот момент мне все говорили, что ник неправильный и X должен стоять вместо E, так как все крутые пацаны заменяют гласные буквы на X и какие-то левые буквы. Но ник мне уже стал как родной, и я решил оставить его. В общем, плевал я на то, что по факту читается как XL, XL, Hell и тому подобное. Все эти варианты неправильные, запомните это. Загрузил я, в общем, Last Year, который ничего не набрал, стал мой первый безуспешный трек. Но после Last Year я решил резко познакомиться с Фавилом и написать с ним уйму коллабов, еще до его популярности. Так появился Light Town. Затем мне пришла в голову мысль написать свой первый альбом, и именно этот альбом стал ключом к моему началу. Еще до того, как я закинул альбом на лейбл,
один из треков начал крутиться в ТикТоке, потому что трек слили в телеграм-канал с банальным ником Фонг, в котором было 10 тысяч подписчиков на тот момент. Трек подхватили и сделали эдит в ТикТоке, где все писали в комментах: «Что за трек? Где его найти?» А прикол в том, что трека это нет, и альбома, соответственно, тоже. Лол. В общем, выгрузили мы альбом, и тут понеслась. Прослушки, фанаты, слушатели, и кого только не было на данный момент. Альбом собрал 100 тысяч прослушиваний в Spotify на данный момент. В общем, так и писал я треки. Какие-то залетали, какие-то нет. Но после всего этого я познакомился с Евамагом и написал с ним трек «Скелетонс», который попал на канал Lithuanian Funk. Ну или Litvinian, я не знаю, как правильно. Кто не знает, с помощью этого канала завирусились Сверф, FiveAdmin и много кто еще. Но самый огонь случился во втором коллабе с Евамагом. А это трек «Курсет», который также попал к Litvinian Funk. И на данный момент на треке собралось 270 тысяч прослушиваний в Spotify. Трек официально является одним из первооткрывателей такого стиля фонка. Но, к сожалению, он не набрал миллионов прослушиваний, как его собратья. Плая, Мэйн, Зейки, Сверф и, конечно же, отец Кэслвэй Нох. Тут, к сожалению, после Курседа у меня ничего такого глобального не залетало. Но вдруг мы вместе с Сверф захотели сделать ремикс на Кси Хелдрифт, который я увидел в ТикТоке. Я связался с Кси, написал демку и пригласил Сверва на коллаб. Вот так появился легендарный Хелдрифт 2. Трек опубликовал я на Strada Music, и мы буквально охерели. 10к прослушиваний в день в Spotify Сверв кормит, так сказать. Потом мне начали писать всякие лейблы, группировки, сектанты, сатанисты, и кто мне только не писал за переносом трека к ним на лейбл. Но согласился я только у Lifestyle Label. После переноса трека, спустя 3 недели после релиза, трек попадает на 7 место редакторского плейлиста Funk Spotify. Я и эти двое на 7 небе от счастья. И тут понеслась. В первую ночь трек собрал, на минуточку, 50 тысяч прослушиваний. Этот плейлист действительно является золотой жилой для любого фонкера. И попасть туда — мечта любого музыканта, как опытного, так и новичка. В общем, писал я дальше там треки всякие, участвовал в проектах и так далее. Даже успел написать трек Poison, который также залетел в редакцию Funk сразу же после релиза. И сейчас имеет 3,4 миллиона прослушиваний в Spotify. С этих моментов я начал зарабатывать хорошие деньги и обновил себе все. Компьютер, также сетап к нему, купил оборудование для студии, дорогие колонки JBL студийные, микрофон Altron, звуковуху и наушники BR Dynamic. Я спокойно мог позволить себе все, что захочу, и по-настоящему стал уважающим себя фонкером, у которого есть трек с миллионами на треках. Сейчас же Hell является платиновым треком, кстати, скоро я за ней поеду в Москву. Я имею раскрученный Spotify и неплохие соцсети. Состою в лейбле Rhymes Music, с которым подписал контракт на несколько лет и хорошо зарабатываю вместе с ними. Имею самую лучшую аудиторию, которую люблю больше всех на свете. Возможно, через год все изменится как в худшую сторону, так и в лучшую. Но этот ролик остается как память о том, что было со мной в течение нескольких лет. Этот ролик ответит на все ваши вопросы, которые вы задавали мне. Я очень постарался над видео, поэтому буду благодарен всем тем, кто подпишется на мой телеграм-канал, куда я сливаю свои демки и веду его активнее всех в своих соцсетях. Спасибо за просмотр и всем удачи.